я предлагаю, как заслуженный из России, как автор закона о партии, не упираться в устав. Какой-то автор закона, что ты врешь? Я полагаю, что каждая страна дает свою интерпретацию, поэтому это в никуда. Я полагаю, что надо вернуться к вопросу о признании делегатов дополнительных. Это будет никаких компромиссов. И тогда конференция принимает решение о движении на состязательных началах. И тогда никто не будет опротестовывать, наверное, того кандидата, который это делает. Зачем нам так жестко соблюдать устав? Дальше это уже мы уходим, съезжаем с этой правовой основы, скользим в бездну. А бездна для нас это что? Это очевидный отказ в этом случае Мосгорисбиркома регистрировать нашего кандидата. Но зачем это нужно? Зачем? Мы приняли решение, давайте двигаться дальше. Хорошо, коллеги, есть, пожалуйста, одно. Коллеги, ну в этом вопросе мы решили дать по одному, еще по одному. Сейчас ситуация принимает управление. Пожалуйста, Кирилл. Уважаемые делегаты, я бы в первую очередь хотел обратиться к Сергею Сергеевичу, который ушел.